В этот день, 27 июня 1754 года, императрица Елизавета Петровна утвердила проект Зимнего дворца. В июне 1773 года Александр Суворов вторично выбил турок из Туртукая. В первый раз он взял крепость месяцем ранее, но вскоре она опять перешла к противнику. Полководец действовал без приказа командующего, и его командир Петр Румянцев отдал под суд. Но Екатерина II начертала на рапорте «Победителей не судят» и даже наградила Суворова. 27 июня 1905 года на броненосце «Потемкин» начался мятеж. 27 июня 1910 года в Петербурге открыт памятник Петру Первому на Адмиралтейской набережной, известный как «Царь-плотник». В тот же день 1910 года Государственная дума приняла Столыпинское аграрное законодательство. Революция 1905 года показала, что крестьянство не является надежной опорой монархии, и все меньше и меньше в высших кругах находилось защитников крестьянской общины. Это был своего рода орган хозяйственного самоуправления крестьян. Сельские общины коллективно владели землями, решали, какой семье дать землицы побольше, у какой надел урезать, но в такой среде очень слабо развивались денежные отношения, новые аграрные технологии, к тому же, как считалось на общинном сходе, быстрее распространялись возмущения. Вскоре съезд объединенного дворянства принял решение о необходимости разрешения свободного выхода крестьян из общины и свободного переселения на окраины. В идеале в России должны были появиться кто-то вроде фермеров, а крестьянское переселение в Сибирь еще и решить проблему малоземелья. Ведь в Центральной России мужики про свои участки нередко говорили «курицу некуда выгнать». В истории эта программа получила название «Столыпинской аграрной реформы». 9 ноября 1906 года в обход Государственной Думы премьер-министр Столыпин царским указом провел отмену закона 1893 года о неприкосновенности общины. Теперь крестьяне получали право выхода из общины с закреплением в личную собственность своей части общинной земли. Для поощрения выхода предусматривались различные льготы. В следующих годах еще рядом указов часть государственных земель была передана крестьянскому банку для продажи ее крестьянам с целью ослабления земельной нужды. Кроме того, этот банк приобретал земли у помещиков и продавал крестьянам, причем о такой ипотеке сейчас можно только мечтать. Это была ссуда на 55,5 лет под небольшие проценты. Также одним из компонентов новой политики было массовое переселение крестьян на восточные окраины. Правда, несмотря на переселение, малоземелье в центральных губерниях продолжало оставаться проблемой. В среднем в Сибири оставалось около 300 тысяч поселенцев в год. Вроде бы очень много, но естественный прирост крестьянства в европейской части России составлял примерно 2 миллиона в год. И правда, рожали тогда охотно. Результатами столыпинских реформ стало то, что из общины вышли 2 миллиона крестьянских дворов. Посевные площади увеличились в среднем на 10% и на 35% возрос хлебный экспорт. В Сибирь переселились свыше 3 миллионов человек. Это было начало агротехнологической революции в России. В 1901 году железнодорожные перевозки сельхозмашин составили 8,8 миллионов пудов, а в 1913 году уже 34,5 миллионов пудов. Сергей Витте, первый премьер-министр, недовольно отмечал, что Столыпинская реформа – это попытка решить аграрную проблему шаблонно и однообразно на всем громаднейшем пространстве российского государства. И правда, реформа не могла заполучить повсеместный успех. Но была в этих словах и некоторая зависть. Десятилетием ранее все эти столыпинские меры предлагал и Витте, но у него не получилось провести их в жизнь, а у Столыпина получилось. Однако напряжение в деревне все же сохранялось. Многие крестьяне, в основном бедняки, разорились, был и поток обратных переселенцев. Вернувшись на родину, они уже не получали ни двора, ни земли. Кроме того, многие крестьяне не считали реформу справедливой, поскольку она не затронула помещичьего землевладения. Однако Столыпинская реформа принесла свои плоды и продолжала свое развитие уже по инерции после убийства премьер-министра. Но 20 лет, заявленные Столыпиным на развитие реформы, у Российской империи больше не оказалось.